Всем привет! Сегодня мы с вами обсудим 24 число любого месяца. Эти люди несут в себе энергию любви и считаются идеализмами. Почему энергия любви? 2 плюс 4 будет 6. Шестой аркан – это влюбленные. Поэтому это люди несут энергию любви. Любви вокруг них. Выборы правильного пути. Число 24 символизирует силу, энергию и ответственность. Его обладатели живут по своим правилам, по своим нормам, по своим законам. Энергия 24 зависит от себя от невидимых сил. Выбор возможностей. Даже мы не забываем, что шестой аркан влюбленный тоже дает выбор. Не только любовь, но и выбор на правильном пути. Как правило, у этих людей стоит развилка дорог, да, что правильно, что неправильно. И они всегда выбирают, куда идти, что делать и какую цель данную достичь. Это духовно одаренные люди, которые относятся ко всему с материальной заботой, проявляют сочувствие, сострадание, да, людей. Эти люди внимательны также и осторожны. Вся их жизнь четкое планирование целей, не менее четкая и их реализация. В личных отношениях 24-я энергия для них тоже важна стабильность, постоянство. Они испытывают огромное ощущение от родственников, да, они заботятся, можно сказать, о всем роде, о своих родственниках, о своих близких. То есть они как бы материнской любовью опекают всех вокруг, окружая заботой, вниманием, добротой, да. Они испытывают огромную ответственность за всех. У них также развитые музыкальные, поэтические вкусы, а также абсолютный слух. Они любят некоторые спеть, да, хорошо также ориентируются в разных областях техники, науки. Это эрудированные люди, да, любят разгадывать кроссворды. Они питают слабость, хорошие идеи. В результате из них часто получается, грубо говоря, излишний вес, да, или просто гурманы. Они привыкли вкусно, полезно, допустим, кушать. Они очень хорошие гурманы, и на этом основании, на этом правильном питании некоторые раз бывают такие заморочки. Также у них склонность перестраховаться и неуверенность в себе мешают решать судьбоносные вопросы. Почему неуверенность? Мы помним, что вот как я говорила вам ранее, что шестой аркан – это выбор, выбор дороги. Поэтому у них всегда есть неуверенность. Им главное взвешивать за и против, и куда идти, направо или налево. Вам необходимо верить в свои силы, мои хорошие, и строить свою жизнь, не откладывая в долгий ящик. Так вы можете самоутвердиться и решать, сделав правильный выбор. Сознание же 24 числа человеку мужской ментальной производительности фокусируется сознание человека в состоянии здесь и сейчас, активируя в своем сознании программу 24 числа. Человек получает возможность видеть, ради чего затеяна жизнь, получилась та или иная ситуация. То есть при выборе, да, при выборе правильного пути. И это главное. Сознание данного человека позволяет распознавать цель в то есть этого человека, да, в отличие от программы воплощения. Люди, рожденные 24 числа любого месяца, могут видеть ключевые в цепочке события и получают таким образом возможность выбор с помощью сознания изменять цель, идти к цели и траектировать его правильное движение в правильном русле. То есть переходить из одного событийного потока в другое. Также число 24 – это мощное влияние на людей. Оно призывает быть раскрепощенным и уверенным в себе. Определяйтесь с выбором, идите к своей цели, достигайте свою цель и не бойтесь свернуть с прозрачного пути. И тогда ваша цель и ваше желание исполнится. Не забывайте об этом. Также 24 – это микрокосм.
или изначальные божественные силы. Чтобы овладеть этими способностями, необходимо очень хорошо потрудиться, поскольку открываются они только высокодуховных личностей. То есть надо принимать позитивные настрои, помогать людям. Да, это своего рода награда за вашу хорошую деятельность, добросовестную работу, да. Также это рекомендуется заниматься определенными практиками, например, духовными, психическими, физическими, с целью достижения индивидуального, возвышенного психологического и духовного состояния. Чем же рекомендуется заниматься или предназначение? Но мы с вами не забываем, что мы не смотрим только число, да, когда мы родились. Это как бы вектор направления, но есть еще другие показатели, да, так и с астрологической точки зрения, так и с нумерологической. И так, одни из показателей 24 числа. Чем лучше заниматься? Преподавание, медицина, народная медицина, художество, творчество, социальная сфера, психология, юриспруденция, бухгалтерия, танцоры, администраторы, дизайнеры, владелец бизнеса, разработчик. Но по одному числу мы не смотрим. Мы смотрим все, что нам подходит. И, может быть, эти профессии, то, что я перечислила, у вас складываются удачно. Таким образом, вы идете на правильном пути. Ну все, пока-пока. С вами была я, Наталья Куткова.